Что только не делают они тут. Какие только разрушения тут у нас не происходят. Домики давно уже у нас требуют ремонта. Все в дырах. Ой. Пришла к нему утром, хотела не прерывать видео, но пришлось, потому что понятно, что там и какашки. Барс вообще отличился. Он, ну, вообще проблема как бы с испражнением. Вот, пришлось тут противоклетки отмывать от какашек. Порядка 60 кошек в этой комнате живет. И вот, конечно, это постоянное разрушение. Не поверите, они научились открывать вот этот комод. Что даже пришлось вот такие вот крючки сделать, потому что в один прекрасный день я захожу, и вот этот вот ящик с лекарствами, где у меня всегда порядок, и все, как говорится, у меня здесь под рукой, я знаю, где что находится, у меня здесь просто все было перевернуто. Она даже кот какой-то, то есть, или кошка здесь пописали. И пришлось так вот, куда мы собрались? Пришлось даже часть лекарств выбросить, что, конечно, очень плохо. Вот, и, соответственно, уже вот с такими вот крючками. Самое главное, мне это не забыть закрыть. На все нужно вырабатывать привычку. Конечно же, нам нужна помощь. Все мои посты кричат и говорят о том, что нам нужна помощь. Корма всегда, наполнитель темный, древесный. Сейчас вот к весне буду покупать, заказывать нужно глистогонку, ошейники собакам. Остро нам всегда необходимо это подстилки, то есть это любые пледы, чистое постельное белье, полотенца махровые, ну вот все только чистое, пожалуйста. Запасы стараюсь сделать, вот этого вот наполнителя нам хватит как раз вот на неделю, то есть понедельник сделали заказ, следующий понедельник снова. Корм вот этот, 3 мешка, естественно, тоже это все уйдет. Даже еще и не хватит на эту комнату. Еще раз скажу, кошек очень много. Только в этой комнате порядка 60 кошек. Плюс на территорию приходят соседские коты там. Соседские, не соседские, не знаю. В общем, тут толпа ходит. У них там тоже миска стоит на улице. Буду рада вашей помощи, вашей поддержки. Звоните, телефон я указываю всегда.